Уважаемые коллеги, уважаемые примары ГГУЗИ, уважаемые экс-примары, уважаемые работники местного плечного управления и ветераны работников местного плечного управления. Сегодня наш профессиональный праздник. И, конечно же, я хочу поздравить всех с этим праздником и пожелать здоровья. Кто-то отдал своей работе 4 года своей жизни, кто-то 8 лет, кто-то 10, а кто-то и больше, 20, 30. Это самые непростые года в судьбе любого человека, который решился взять полноту ответственности за жизнедеятельность своего населенного пункта. Я уверен, что каждый человек, когда решается возглавить свой населенный пункт, он руководствуется прежде всего любовью и ответственностью по отношению к своему народу. Я желаю всем успехов в своем труде. Я желаю, чтобы мы всегда работали таким образом, чтобы люди нас понимали, чтобы люди нас поддерживали. А люди нас будут поддерживать всегда тогда, когда мы будем открыты, когда мы будем честны, когда мы будем порядочны. И когда люди будут видеть результат нашей работы. Прежде всего, за то, чтобы мы всегда были полезны нашим людям, нашим единомышленникам, односельчанам, которые огромную надежду возлагают на нас, когда идут и выбирают нас на эти ответственные должности. С праздником всем и здоровья всем на многие года!